В период с 21 по 23 октября инспекторы ГИБДД несли службу в усиленном режиме. Сотрудниками полиции задержано 2 пьяных водителя и 2 бесправника. В ходе проведения мероприятия в отношении 2 водителей составлены протоколы по части 3 статьи 12.2 «Наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток или административного штрафа в размере 30 тысяч рублей». 2 водителя оформлены по части 1 статьи 12.7 об административных правонарушениях. Нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Госавтоинспекция города Асбеста обращает внимание, мероприятия по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения носят системный характер и проводятся сотрудниками ГИБДД на постоянной основе. Соблюдайте правила дорожного движения.